Произвольную программу. Кристина Гао, ученица Брайана Орсера. Дэвид Уилсон занимается с этой фигуристкой хореографией, и она катается под любимейшую музыку всех китайцев, даже у которых уже есть американское гражданство. Концерт, фортепианный концерт «Желтая река». Кристина Гао, выступающая за Соединенные Штаты Америки. Хотя в недавнем прошлом еще ее отец был в Китае довольно-таки известным спортсменом. Бадминтонистом, извините. Кристина Гао, надо сказать, что под музыку вот этого концерта про «Желтую реку» чувствует себя гораздо более комфортно на льду, чем под музыку Феликса Мендельсона, которая была у нее в короткой программе. И как-то так на одном дыхании все отпрыгало, от
танцевала, можно сказать, это ее Луц с двойным тулупом и еще таким же двойным Ридбергером. Невысоко, но самое смешное, что чисто приземляет. Нет недокрутов, хотя мне показался на флипе однажды недокрут, но ракурс был настолько нелепый у китайского телевидения, что определить это невозможно. И вот единственный прыжок, которым она вывалилась на выезде, это был аксель. Аксель, кстати, вот у нее периодически получается вот так несбалансированно. Также продемонстрировала набор вращений, включая бильман на не самой высокой скорости, но достаточно четко. Поэтому думаю, что получит приличные для себя оценки. Ну и судя по смешку Брайана Орсера, как всем, наверное, известно, двукратного серебряного призера Олимпийских игр и бывшего тренера Юнаким, все довольны прокатом. Да, она получает 101 балл. В любом случае, лучше на 10 почти что баллов, чем у предыдущей спортсменки. Ну, до своего.